Всем здорова, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Маффин и Биворлд, и сегодня у нас полицейские погони в GTA 5. Здорово, пацаны. И, ребята, сегодня у нас такой вот гелик, классненький такой, обалденный, по идее, это вообще-то, ну, типа, новый, он еще в обвесах каких-то нереально красивых брабос и дела, и два полицейских Rolls-Royce Cullinan. Такие вот реально очень классненькие, поэтому, друзья, ставьте лайки, сегодня мы сделаем погоню, давайте мы соберем сразу же 4000 лайков, и выходит новенькая серия с погоней на новой какой-нибудь прикольной качетачке. Поэтому, друзья, ставьте лайки обязательно, мы стартуем на счет 3. Я поехал, короче, там давай считайте. Сам три. Три. Ну, мы трём. Да. Ну, ладно. Ой-ой. О. Начало хорошее. Через него прошёл. Сразу... В смысле, через... надо мной, не через меня. Я сразу в столб ехал, короче. Да нет, не было такого. Ладно, не суть. Я не видел, я свидетель. Хорошо, ты свидетель? Свидетель, да? Свидетель Вова. Свидетель Вова? Блин. Понял. Понял. Да я не Вова. Ого, ни хрена, что? Так я Вова-то. Чего? А что с геликом? А что с ним? А что с Каллином? Почему он переворачивается? Ну, не могу тебе сказать, честно говоря, что с ним, но, по-моему... Охренеть! Ема! Да. У меня суетоловский этот... Суетоловский... Да нет, чего я застрял? Ты! Чего? Давай, смотри, все, 4. Ты прикинь! 8, 9, 10. Ты прикинь! Ну это вообще имба! Это чё? 10. Ну и дай все, я понял. 11-12, да. Заниженный Каллинан. Охренеть. Ну, ладно, давайте. Смотри. Там был первый раунд, был очень быстрый. Прыгайте ко мне обратно. Сейчас сделаем еще раунд. Быстрый раунд. Ну не самый уж быстрый, конечно. Меня смотри, смотри, просто в пол. Ема, ты его занизил, ты чё? Сейчас, подожди, я еще подвеску накину. Да, она уже сделана максимально, по идее, низкая, поэтому... Ладно, стартуем, поехали, короче, let's go. Блин, ой, фура, опять. Прости, фура. Уехал. Не хотел. Опять уехал? Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Нет, нет, засосало. Отсосись. Опасная трясина. Ладно, нормально. Хорошо. Он вниз упал, по-моему. В смысле, вниз? Да не было ни разу. Я красиво еду пока, хорошенько так ухожу от погони, поэтому все по кайфу. Боже. Так, мне нужно подвеску срочно снимать. Сними. Я вижу, он телепортируется. В смысле портируюсь? Не было ни разу. Все, что хочешь, снимай, Гриш, тебе все можно снимать. Отлично. Камеру вырубай, только самое главное. Снимать можно. Смотри, в 1 FPS езжай. Знаешь, как ты деньги зарабатывать? Ой-ой-ой. В 1 FPS езжай, чего? Фу, чего? Это будет долго. Антоний, в 1 FPS. О! Нет! Хендлинг. Здорово. Ое, ма! О-о-о! Ае! Чего? Куда я отскочил? Че ты отскок? Гриш, ты можешь ехать. Да блин, да можно мне, пожалуйста? Да что со мной? Ладно, все, я понял, уходим. А тут как бы у нас получается похожая машина, да? Когда оно все вот это вот кувыркается, валяется. Когда кувыркаешься, братан, это да, это значит очень похожая жизнь ситуация. Твою мать! Ема, кто-то улетел так. Это был Григорий. Это я. Что? Ты что, там сейф нашел? Он там остался. На почте на этой вонючей. Стоп. Где? На... Чего ты, бля, чего? Чего? А где я? А как это получилось, я не понял. Ну это очень интересно, ребят, честно говоря. Ты где? Ну, видимо... В смысле? Видимо... Видимо, я тебя через карту вижу. А, что? Ты такой... Ты кто? Ты меня невидимый? Где? Я тебя не вижу. Ты невидимый? А вы где? У нас подземные гонки. Я тебя не вижу. Я никогда вход не найду. В больницу там вход есть. Там не в больницу вход. Ой, закончился здесь путь тернистый, скажем так. Вниз летит, я вижу. О, я вижу. Ну что ты не видишь? Это я ты. Вижу, ты еще вниз. Он телепортировался, он пропал. Ступор. Что происходит с ним погонями сегодня, лоблин? Че, где я? Я не понимаю. Да все, ты ушел, по-моему. Походу, да. Походу, ушел. Ага. Походу, ушел. Кто поднялся, наверное? Кто же мог пропасть-то? Ну, я не знаю. Я думаю, что... Ты телепортнулся на меня? Да, в смысле? Да, ушел, ну ясно, все, я ушел, хорошо, да. Ну это было да, нифига да, себе, да. Я вот даже сам такого, да, честно говоря, не ожидал. Я на Майфе натпшнулся, а он там один. Ну я понял, он там один сам с собой тусует. Кстати, это реально, говоришь, прям такое заниженное, посаженное такая, реально. Посаженный Каллинан. У Маффина вообще бампера нету почему-то, хотя есть мигалочки. Есть все. Поехали, let's go. Раз, два. Давай. Раз, два, окей. Можно даже было не считать, в принципе, ты же не говорил считать.
Я не говорил, да, могли не считать. Это чисто, знаешь, тебе фору ты куда. Я понял, понял, да. Форум. Форум? Да куда? Почему я улетаю? Жалобу на форум. Так, жалобу на форум. Куда налить что? Налить? Налей, мне налей. Давай мне на Рома налей. Рома? Рома? Тебе Рому надо? Не, мне надо именно Ром. Ром такой. Ром, стой! Рома, живи, Рома! Рома, ты где, Рома? Так осторожно. Да твою мать! Что тут случилось? Все, Доня, это конец. Это. Чего? Чего? Ты телепортер! Я не телепортер! Я телепорт! Я видел, я тебе там работал. А ты человек жмых! Я сейчас тебе жмыхну. Я жмых. Понял. А все, уходим. Уай! А, о, нашел. А мы нашел, да? Под этими сам. Под этими. Под этими подставами, да. Чисто по взрыву. Под чем? Блин, я там, кажется, чувачка раздавил. О, пошло растление, пошло растление. Не, не, надо. Спокойно, спокойно, пацаны, давайте. Ты же любишь так, да? Я не люблю так. О, все, в мусор. Не было, не было ни разу. Давай туда. Раз, два. Он не перевернется. В смысле? Не, на мусор, только не на мусор. Нормально, почти получилось. Давай его здесь. Куда ты? Я сюда. Куда все, ты? Все. Я здесь. Пролезть он хотел, раз. В смысле? Два. Ну, я пролез. Не, он меня маффин выпихнул, да. Ты шлифовал, я видел. Ай. Да? Ай. Ай, ай. Что у вас там происходит, пацаны? Да у нас происходит там. Тащил мне просто. Да? Ой-ой, ой-ой, тихо-тихо-тихо, главное. Втаскиваю Дони, нормально. Не надо. Нет, 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 да, нет, да, о! Нет. Какой пас передал на тебя? Ты видал? Нет, да, да, нет. Оу, красиво. Уай! Я тоже ловлю. Тихо, тихо, тихо. Тоже ловлю. Я тебя, братан. Спускаюсь вниз, спускаюсь вниз, спускаюсь. Да не надо, главное, опускайся. Давай, так. Смотри, это самое. Че у меня, о, че у меня? Я не буду говорить. Я не такой человек. О, я тебя с собой вниз забрал. О, отлично, отлично. Нет. Честно говоря. Да. Да. А, нет, я в дырку провалился. Нормально. А, стой. Смотри, сейчас будет прыгать. Да, я далеко не улетит. Считай. Я застрелил, да в смысле, я здесь. Три. Да что это, раз, два, три, да сфигали. Ну, а иди отсюда. Вести, что если типа там куда-то запрыгиваешь, должны все остальные туда запрыгнуть. Нифига ты придумал правила. Или хотя бы один. Итак, видос закончится на этом, да? 9. Нихера себе, это было жестко, честно говоря. Опа, уходим. Красиво, красиво, красиво. Мансим. Это было красиво. А что там красиво там? Вообще не очень. В смысле, да. Очень даже. Нет. Смотри, сейчас полетит, смотри. Очень даже. Раз, два, смотри. И удар. И три. Давай. Хорошо. О, хорош. На колесики, на колесики, на подскоке песики, обкашляем вопросики. Чего? Смотри, он кашляет, ему надо это средство. Так. На каком языке было? Все, газ в палас. Язык донич. Додонический, да. Додони. Давай тебе этот, я везу тебе кашля. Крыса. Сам ты крыса. Вот, да. Спрей тебе везу от кашля. Иди сюда. Спрей от кашля? Это был хрена себе. Ни хрена. Хрена себе. Что было бы классно, если бы я там застался бы, конечно. Но кто там впереди? Ты что, замаскировался в кустиках, что ли? Да, да. Чё-то погоду не вышел, чисто, нормально. Да, да, кстати, это было бы прикольно, неплохо. Перепутал. Да. Гриш, снимай мне, я ухожу в погоню. Да не было ни разу сквозь тебя. Ты проехал просто сквозь меня, я тебе лабаш сделал. Ты мне сделал лабаш? Дверь не сделал тебе. Да, куда опять он полетел? Что за машина такая дурацкая? Нормально. Это Калинан. О, хрена себе, я в ноль встал просто. Смотри, смотри, какой удар просто, посмотри на эту скорость. Вот это удар. Вот это взрыв. Кустовые? Кустарный, да. Может? А есть путь самовыражения, кустовые движения, в смысле дела? Да-да-да, это паркур, стиль понял. Движения, самовыражения. Почему? Он в тюрьму едет, давай его там закроем и все на этом закончим. У него там какой-то план есть. План капкейк! Какой раз? Блин. Смотри, он тебе он сквозь проезжает. Да не, да это Росинхра, алло. Это читор. Это... Да не было. Твоя машина читерная. Да было, да. Может было. Быть, конечно, но... Точно было. Но не куда сегодня. Куда ты пошел? Иди сюда. И куда ты? Окей. А? Не знаю. Куда? Понял. Да, вот, лакалют. Да. А все, а там-то не выйти уже, а там-то уже не выйти. Ну давай, я тебе помогу отлично, чуть-чуть. Отлично, не надо. Я сам справлюсь со своими задачами. Все, хожу. Да, опа, на. Да. Нужна помощь, ты знаешь, куда? Вот здесь тут. О! Все! Нет! Все, раз, два. Блин, уходим. О, что человек, это было? Чего? Все. Раз. Два. Да не, я двигаюсь, три, какое? Четыре. Раз, два, да три, четыре. Я двигаюсь. Лево, право и по краям. Посильнее, просто по котлетам вот так вот. По котлетам? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хрена! Чего? Он сквозь забор прошел! Стой, что за хрень? Я не сквозь забор, я здесь.
Я здесь все еще. Гудини, блин, местный. Гудини? Ты у меня выехал сквозь забор, что ты обманываешь? Гудини, да. Видел все. У меня все записано, у меня откаты есть. Ну ладно, поехали сюда. Да, куда, поехали, поехали. А все будет рассказано. Все будет рассказано и показано. Куда она открывается? Да, кстати, открылась нормально. Понял, поехали обратную сторону в таком случае. О, все, 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 он там не выйдет никогда. В смысле, выйду, выйду, да. Как это не выйду? Идеально, все. Все. Ох, ни хрена! Ни хрена, алло! Здесь, а здесь столбики при... 7, 8. Ну ладно, попався, 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 хорошо, ладно. А я знаю тюрьму, да, да, да. А я знаю, чуть, ну да, я знаю, знаю, да. Ладно, все, поехали, раунд номер 3. Раз был. Да, там насиживал, да. Да не, какой, да, смотрящий, это, смотри. Поэтому ты спросил за зону в прошлом видосе, да? Я понял. Ой, в прошлом видосе там вообще было то, о чем лучше не говорить. Да. Не будем об этом говорить. Шел нафиг. Смотрите, поэтому... прошлый видос. Ага. Гриша обсос. Все, поехали. Нет, ты Гриша, а? Да просто, просто такая отличная... Такая отличная рифма. Так... Я не мог обойти стороной этой рифмы. Всё, так, я понял. Выпускаем Кракена, спокойно. Сейчас я тоже выпущу Кракена своего. Ты своего Кракена при себе держи. Где он там тебе находится? Я уже надул Кракена нормально. Надул уже, да, себе? У нас там такое сейчас надутие пошло, хорошее прям. Да, турбо надутие прошло, или как? Втулили прям нормально мы так сейчас. Так втулили, что тебе понравится. Точно? Гриш уже молча еле такой чисто. Да-да. Чисто разрубил пополам. Он же красный. Он же красный такой, понял? Сейчас я перекрашусь, подожди, где он там? Чё? Я понял. Ты где? Погоди. Что такое? Обратно, что ли, сторону? Да-да-да. Получается, да. Скорости, да, понятно, выходишь. Раз, ну все, ты два, ушел. Три, четыре, не-не-не, так не оставлю, шесть, подожди. Семь, восемь, ты что, где я? Девять, а я видел, ты, по-моему, ты был. Десять, тут? Все, десять, ну десять, нет, десять уже. Нет, в смысле, нет, в смысле? В смысле, нет, если да. Не-не-не-не-не, подожди, подожди. Не, не, я не, все еще еду за тобой. Да, едешь точно? Ты уверен, что все еще едешь за мной? Да, а ты? По проводу поехали. Ты может, думаешь, ты, может, ты ползешь? Не. О! Рожденный ехать блин. Нормально, занял новое место, там оставайся. Там прижать. Вот так вот сделаю, смотри. Так, спокойно, спокойно. Я сейчас залечу, понял? Не надо, главное, чтобы не от меня. Давай. Сейчас мы потихонечку. Такого точно не будет. Смотри, как пошел. Так, спокойно. На самом деле. Это, по-моему, надо явно предъявлять за такое. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Налево, сейчас направо пойдем. И газ пола, все, короче, на самом деле, сейчас думаю то, что... Ой-ой-ой-ой. Я машина не едет без звука, что такое-то? Они там молчат, короче, прям вообще потеют. Я лично не потею, мне нормально. Ты лично не потеешь? Ты просто под кондиционером. Это выше цель есть. Я понял. Любыми средствами. Что? Я по тормозам продал, вижу, Гриша полетел. Гриша, я тебе помогу. Помогу. Нет, помогу. Нет. Нет, не помог? Не сможешь. А, промазал, что ли, получается? Ну ладно. Да, что тут? Да, да. Очки? А это что было? Не знаю, не понял. Если честно. А все, смотри, кувырочек лежит. Здорово. Ну-ну-ну, здорово. 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 Здорово, отец. Спокойно. Опа. Ого. Смотри, как это зашло. Спокойно, 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 спокойно. Растление. Не надо, не надо. Такого. Да, без этого. Что? Ты чего ты пляшешь? Что за пинги? Да, это пинги какие-то были сейчас. Я заглох. Завелся. Чего это? Что-то было сейчас. Я не понял, отлично. Но очень страшно. Это чек вылез. Мы не знаем, что это такое. Мы, если мы знаем, что это такое, мы не знаем, что это такое. Есть. Ямат разбросался. Немножечко. Чуть-чуть совсем. Ай-я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 й. Ни хрена? Я не понял, как мы так с тобой ехали. Я не понял, как это. Да что, да что надо? Хрена, два, где это? В чем я? 5, 6, 7, 8, 9, за бред? 9, я 10. Не понимаю, в чем я застрял. Ну-ка, просто уйдите отсюда, просто я понял, все, уйдите. Это куст. Это куст? А, мой это старый, да, друг, я понял. Ладно, давайте думаю, что еще успеем один раунд. Один раунд успеем, короче, поехали. Все, let's go. Да что ты, что за херня, кто тут делает? Что за фигня, нет, я не понимаю. Я лично отлетаю, что за дичь? Я еду, еду, резко телепортируюсь назад. Что за, блядь, что за лимузин? Что за лимузин?
О, Зе Буркина на голове бы заставил. Да на динозаврике, смотри, бог. Динозаврики. Динозаврик туруруру, динозаврик туруруру, динозаврик туруруру. Акуленок. Там был. Акуленок. А знаешь, как по-английски? Baby Shark, туруруру, I'm Baby Shark, туруруру. Кому ты будешь учить? Тебе буду учить. Давай, давай, спой кабанчика. Давай-ка про хлеб, уху, йогурт. Нормальные песни ему покажем. Да что с геликом? Что я кувыркаюсь-то? 8. Ты прикинь, я не могу. Да нет, ты начал с 8, ты с 8 начал. Нет, там уже было 28. Да что такое, все нормально, поехали. Все красиво. Главное закончить. Да, не важно, что начал. Главное, что я на 10 закончил. Красиво, хорошо. Было, конечно. Окей. На, нам еще лимузин туда. Лимузин нам еще? Спасибо. Спасибо. Ой-ой-ой. Давай, ой. Гриш, поехали напрямую. Ты что делаешь? Я не знаю, у меня тачка летает. Бракованная какая-то. Бракованный Калинан? Надо сдать его туда, получается. Можно сдать по гарантии? Можно, сдавай. Ах, так, нет тут лимузина? Забирай. Давай, забираем. Давай, ты главное только в него брось прямо. Деньги, правда, мы не возвращаем, но по гарантии брось. Можно вернуть. Так ты же мне его бесплатно подарил. А, значит, бесплатно даешь. Все правильно. Деньги возвращай. Подарил бесплатно. Себе! Блин, в принципе, все нормально. Хрень была? Ну, кстати, да. Не-не-не. Пошел. О! А ты что делаешь? Обезьянки пошли. Обезьянок нет еще. Не было? Тебе же понравилась серия с обезьянками? Не очень. Честно, не очень. Не, сама серия неплохая, но получилась такая, своеобразная. Да блин, почему Калинан постоянно улетает куда-то? Короче, буквально осталось секунд 20 погони, поэтому уже надо действовать как-то. Есть, конечно, одна идея у меня. Да, вот такая вот идея, неплохая. В принципе, могла быть, если бы я сейчас... Превратиться в поезд? Ну, смотря о чем ты. Сейчас, короче, я выезжаю сюда и газпола, все, нажимаем газпол, поехали. Вы там прямо сзади меня, вы что, прикалываетесь, пацаки? Давайте без этого. Не видим. Не видим, все видим, да. А, все видно, да. Мафия такой, мы ничего не видим. Я все вижу, говорит. Я же контору палит просто немножко нам всем. Понял. Да откуда вы упали, я не понимаю. Вы откуда свалились? Опачки. Ты у меня просто пропал. Опачки. Понял. Ты у меня... На шоссе мы, Григорий. Шоссе. Шоссе, штрассе, все, поехали. Раз. Какой раз, два, какой? Да, думаешь, задний ход не знаю, не находится, что ли, или что? Ну, спокойно. Знаю, проверяю тебя, мало ли как. О! Да ёпарас это. Короче... Ну как ты туда? Я ушел, все, я ушел, получается. Время пошел, закончилось, да? Поэтому, да, получается, что все. Ладно, думаю, не поймали, я не ушел. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Пока, ребята.